Для взрослых чемпионат, а для детей – спортивный праздник с веселыми играми. Так решили в еврейском центре в Жуковке и организовали семейные старты, которые провели перед трансляцией финального матча «Франция-Хорватия». Пока малыши бегают эстафету, чемпионы Европы дают мастер-классы по настольному теннису. Есть игроки, которые уже играли в теннис, и у них получается лучше. Есть совсем новички, которых приходится учить держать ракетку. Большой популярностью в Жуковке пользуется панда-парк. Говорят, порой на сложных маршрутах страшно бывает даже взрослым. Я там лазила по бревнам, они там очень сильно качались. Очень было сложно их проходить, но я с этим справилась. Мы осуществляем поддержку как визуальную снизу, так поднимаемся наверх, если там паника, то есть я не могу, вы плохие люди. Поднимаемся, успокаиваем опять же свой подход к ребенку. Успокоили, прошли, Петюня. Буквально каждые выходные в Жуковке проходят мероприятия. Например, в прошлое воскресенье прошел красочный день. Ребята рисовали красками на воде, а еще изобразили коллективное граффити, где так и написали «Выходные в Жуковке». У нас были мастер-классы по футболу, у нас был футбольный фристайл, мы играли в футбол и в мини-футбол для деток. Сегодня вот настольный теннис. Дальше у нас будет чемпионат по бадминтону. В соревнованиях двух команд победила дружба, и все внимание гостей переключилось на матч закрытия чемпионата. Болельщиков за Францию и Хорватию на террасе оказалось примерно поровну. А еще выяснилось, что еврейский центр любят не только евреи. Мы здесь оказались чисто случайно. У нас друзья евреи, еврейская семья, и хотели провести хороший, интересный выходной. Оказалось очень приятное и очень такое продуманное место именно для семей. Русские, еврейские и армянские народы – это не просто братские народы, а это прежде всего те народы, которые перенесли огромное количество исторических событий. Моя мама неоднократно говорила о том, что она хочет посетить трансляцию FIFA, но в такой торжественной обстановке, на веранде, такая классическая романтическая сфера, что я, в принципе, маме обещал и сегодня сделал такой подарок. Чемпионат мира закончился, но футбол в Жуковке продолжается. В конце этого лета здесь состоится турнир еврейских общин.